Я вас приветствую, сотрудники фонда. Нам поступила срочная информация, то что где-то рядом с нашей территорией комплекса какая-то неизведанная аномальная активность. А, судя по всему, там открылся какой-то разлом, что ли, между измерениями. Ну, я не уверен, нам сейчас предстоит это узнать. Мы, как научные сотрудники, должны в этом разобраться. Сегодня Мога с нами сегодня нету. Они отдыхают на Майами. Все, пройдемте. Капец. Скажу сейчас, где. Блин, интересно, где-то аномалия, даже ну, да, писать не могу. Интересно. Тяжело. А меня не будут булить за то, что у меня, ну, как бы на левой руке просто левша. А нет, будут меня булить так. Просто так, пожалуйста. Да. Я подумаю. Я, по-моему, кстати, вижу эту аномалию. Блин, интересно, где же она? Что? Я чувствую, ребята. Какое-то такое предчувствие. Да, как будто бы. Как будто вот что-то было. Что это? ВТФ? Не входите, пожалуйста. Тут какая-то animal активность. Мы должны исследовать ее. Так. Давай, давай, давай. Так, ну, быстренько надо обследовать. Не, ну ты видел это вообще? Вы это видели? Что? Че? Смотри. Ай, что это такое? Блин, сука. А можно я туда зайду? Можете, пожалуйста, своими устройствами КПК проверить здесь пип, на электромагнитную пип, жесткую силу. Пип. Есть что-то, есть, чувствуется. Да, что-то определенно чувствуется. Есть, да? Я думаю, надо взять образец вот этого материала. Отойдите, пожалуйста, близко здесь. Ой, радиоактивно, мне кажется, да? Отойдите, пожалуйста, все. Блин, а что будет, если в этот портал что-то кинуть? Ага. Я думаю, сейчас это стоит лучше не проверять. Сейчас нужно отцепить территорию и наблюдать. Черт, не подбирайте, что это? Ой, а что? Черт, не дышите, не задержите дыхание. Стоять, работает опергруппа настоящих мужиков! Вы кто такие? Что вы здесь делаете? Стоять, не приближаться, ёпта! Что вы здесь делаете? Я еще раз повторяю. Эта территория теперь под юрисдикцией. Нашей. Кто вы такие? Я не совсем понимаю. Сейчас вы узнаете. Вы будете разговаривать не с нами. А с кем? Кто вы такие? Что вы здесь делаете? Если я не ошибаюсь, не вижу никого у вас. У вас со службы безопасности, я так понимаю, все очень плохо. Ну, они в отпуске на Майами. Ну, как секретное задание. Да, сверхсекретное задание как бы поступило. Ну, наша помощь вам явно не помешает. Что за помощь? Вы вообще кто такие? Что вы здесь делаете? Вы хоть знаете, кто мы такие? Куда вы пришли? Мы знаем у вас примерно все. Мы знаем, как вас зовут. Мы знаем, что вы доктор Пинки Пай. Мы знаем, что вы доктор Гамма Иви. Мы знаем, что вы доктор Савчиха. Вас мы не знаем. Вот. И, ну, я бы был на вашем месте поаккуратнее с выражениями. А что это вы, может быть, представитесь хотя бы? Это все очень странно. Какой-то портал неизвестный, аномальный. Оттуда вы выходите. Портал, аномалии. Вы, наверное, редко с таким встречаетесь, да? Ну, вообще-то часто, но... Ну, вот как и у вас. Оттуда редко выходят люди... Да. Это позор, знаете. А вы тут, если я не ошибаюсь, директор комплекса? Ну, я думаю, что с таким уровнем обеспечения безопасности ваших сотрудников... Вы, ну, можете претендовать максимум на, не знаю, ну... Простите, я это случайно. Ладно. Что ж, дамы и господа, пожалуйста, пройдемте, осмотрим наши новые владения.
Ничего не понял. Встали. Не понял что-то. Ничего не понял вообще. Пошли, пошли. Фури комбо. Кто? Кристаллы есть. У меня вот такие. А, ну да, есть, надо эндерчест только достать. О, давайте. Только я не умею. Ну давайте, котики, ёбаные, быстрее идите, блядь. Ловушек, там всё нормально. Чё-то где-то ничего не понял. Что у вас тут происходит? Представиться, да? Ну, меня зовут директор Ламп. Если я не ошибаюсь, в данной реальности я ношу звание то ли генерала, то ли адмирала. Дойдите, ну, короче, недалеко по карьерной лестнице я ушел. Да. А вот это захолустье, это вы называете военной базой, да? Ну, как бы да. Ну, юмор. Архитекторы, конечно, у вас, да, гении вообще. А это что, сгнивший танк? Извините, я извиняюсь, я потерял сознание, а... Да мы заметили. Крайний уровень непрофессиональности. Угу. Знаете, обычно с такого не происходит. Да, я заметил. Вы... Вам вообще передал информацию курьер? Какой? О чем? Ну вы же с ним столько раз работали. А, объект передается из реальности в реальность. Ну сколько раз мы можем были с вами это проходить? Я, кажется, понял, о ком идет речь. Скажите, так это директор... ваш человек был? О, вообще еще. Наверное, измерение номер 412. 20 человека глючит. Вы мне скажите, знаете что? Вот... Ваша реальность не подходит под нашу, у вас слишком низкие показатели реальности, у вас человек глючит. Я попрошу не перебивать. Да. Ну, вам типа неприятно. Что я могу сказать? Это просто какой-то ужас. Скажите, по протоколу, сколько вы передали нам объектов? В смысле, передали вам объектов? Ну вот этот стандартный протокол, приходит курьер, вы передаете ему объект, он оставляет предмет из вашей реальности. Ну вот этот стандартный процесс обмена. Сколько раз проходил? Примерно ноль. Примерно один, уважаемый директор, как вас там, Пинки Пай. Что да-да. Могу сказать? Это вызвало сильную обеспокоенность. Директор, попрошу отойти для вашей же безопасности. И так вышло, что, к сожалению... Эндерчить надо быстрее. К сожалению. У нас все не очень хорошо. Братуха, у меня есть двухстволка. Как думаешь, работает? Они подкоп ищут или что? Какой подкоп? Ну подкоп, координаты. Координаты подкопа хотят выяснить. Блин, так... Да ничего им не это. Я ничего не узнаю. Прошу прощения, вы о чем шепчетесь? А, ну... Да у товарища просто что-то жжет прихватило. Вот, да. Мне кажется, нас отравили чуть-чуть. Ну, понимаете, когда в ламбу... Так, девочки, господа, дамы... Да-да. Ладно, ладно, мне все равно. Только не вызывайте проблем. Ну, да, да, да. Ну, да. Котики, давайте за нами. Алло. Алло, да. Сука, МЛП монстр, что нам делать? О, нет. Ну, у вас видно, все схвачено на лету. Оперативно вы передвигаете своих сотрудников. Вот что он там? Это... Я не имею права это разглашать. Вам. Мне? Да. Извиняюсь. Вам очень повезло, что с нами сейчас нету наших оперативников. Вам очень иначе повезло, бы вам не поздоровилось. Что пушка, как вы это называете, Дора или Дура, не помню, которая вон там стоит в вашей горе, это старая древняя пушка. Что мы решили ее не использовать, чтобы уничтожить все, что было в этом комплексе, и построить заново. А это было в наших силах. И... Надеюсь, вы, ну, примете нашу помощь и будете работать, ну, под новым руководством. Угу.
Ну, я так понимаю, у нас нет выбора просто. Не подходи к ним так близко. Ну, а сами как думаете? Очевидно, выбор у вас есть. Но вот вопрос в том, какой он. Протестую, как не в их компетенции. Они пришли, хер знает откуда. Тихо. Я все понимаю, доктор Савчиха, но, к сожалению, с нами сейчас нет ни одного оперативника, чтобы им что-то противопоставить, а они все вооружены. Так что, видимо, придется выслушивать их требования. Значит так, наши требования таковы, раз уж мы о них заговорили. Вот это мы сносим. Вон то, ну, можно перестроить. Военная часть, ну, скажем так, у нас есть свои службы, да? Мы отправим вам. Мы отправим вам на подмогу определенное количество наших боевых единиц. А вы, ну, по доброте душевной, освободите здесь место этой ненужной военной части. То есть я правильно понимаю, что вы просто хотите взять нас под контроль? Кому так, а кому помочь с развитием, ну, не такого успешного фонда, как в нашей реальности? Вам что-нибудь говорит словосочетание SCP, три буквы, сокращение? По-моему, да. Ну, к нам приходил человек сумасшедший, он что-то говорил про SCP. Вот оно как. Он, видимо, пришел из вашей реальности, да? Ну, у вас, конечно, с догадками все в порядке. Я вас поздравляю, в первый класс идти можете. Ладно, пройдемте дальше. Ой, это реально хайп какой-то. Он хайп. Вот тут что за фуры. А что это за складские помещения прямо на улице? Мы строим военную часть. Это мы у вас конфискуем. Вы в курсе, что ваша военная часть строится уже 7 лет? А ваш фонд столько не существует, я напоминаю. Так что, ну, не выдерживайтесь по-хорошему. Подснос. Я просто ответил на ваш вопрос. Да, на Майами. Это, простите, что? Тут произошел взрыв прямо перед вашим приходом. Я предполагаю, что это из-за аномальной активности возросшей, из-за которой появился ваш портал. Возможно, какую-то вспышку. Какая-то ликая хуета. Мы это исследовали, но заняты свадьбой. Я правильно понимаю, что в вашей реальности у вас по бюджетам все намного лучше, но так или иначе ваша реальность была уничтожена. Ты чё, по бифер? Вашей вине. Ваши догадки, как всегда, неверны, мистер доктор, директор Пинки Пай. Чё это? Вас имя, кстати, отстой. Я бы вас так, ну... Неважно. Попрошу... Я просто к слову. Соблюдать субординацию. Субординацию? Можно, пожалуйста, не прессовать щитами? Я уже отошел на 3 метра. Это не ваше дело. Щитовики, раздвиньтесь, пожалуйста. Я хочу увидеть лицо этой наглости. Соблюдать субординацию? Ну так вот. Вы уволены. Нет, подождите, царить кадр, это плохая идея. Вы понижены. Напомните вашу текущую должность. Директор комплекса. А, точно, я же знал. Ну, вы понижены с директора комплекса до главы отдела логистики внутрикомплексного. Поздравляю. А новым директором комплекса будет наш человек. Угу. Ну, я надеюсь, вы рады. Мистер глава отдела логистики внутреннего комплекса зоны 69, если я не ошибаюсь. Пройдемте. Черт. Правильно понимаю, что у нас... У вас... Ну, уже у нас. Ну, как бы в прошлом, у вас всего один комплекс на весь мир. Да. А сколько должно быть? Удалено. Пройдем. Какая необразованность.
Что вы себе позволяете? У нас в квартире газ. Разрешите обговорить с нашим директором комплекса, по крайней мере, бывшим директором комплекса, наедине ваше предложение. Но... Тут есть что-то. Наши предложения не обсуждаются. Ну, если вам это так угодно, то, пожалуйста, обсуждайте. Учите, такое что мне... время нашего директора стоит больших затрат. Все сотрудники комплекса нашего великого, величайшего, пройдемте, обсудим парочку моментов. Кстати, генерал... Что делать будем? Да. Наш комплекс действительно что-то там нищий. Нам помощь бы не помешала, но не хотелось бы, чтобы это превращалось в рабство. А чего они хотят? Все забрать? Пробный период. Угу. Чтобы на какое-то время для начала, чтобы посмотреть, что произойдет, да задокументировать. Да надо сжечь все, как Москву. Какой хрен вообще на зарядке? А! Да, кстати, извиняюсь. А у меня текстурный пак уже стоит. Лучше не стоит. Так. Да-да-да. Подождите, у меня есть одна идея. Может, стоит натравить вот эту RGB-овцу на них? Это плохая идея, она миролюбивая. А. Да, мы им не сможем дать отпор, к сожалению. У нас нет ни вооружения, ничего. Все на Майами. Я нападу на них, это вот. Сейчас вот так вот. Нет, пожалуйста, не надо. Распугаю их всех. И закрыть их в этом измерении. Так. Я думаю, что одной только этой маской ты сможешь это земной шаг сколоть. Да, надо веревочки, чтобы их связать потом быстренько. Быстро мобилизовать. Тогда, доктор Айви, я думаю, мы можем попытаться с ними договориться на выгодных и для нас, и для них условиях. Да. Нужно было как-нибудь так сделать, чтобы мы по итогу были не лохами. Хорошо, давайте, пройдемте. Я не лох. Между собой, и мы согласны, чтобы вы нам... Можно, пожалуйста, меня не прессовать щитами? Уважаемый сотрудник с герой, ответьте, пожалуйста. Вот, я... Я считаю, что вы согласны, но вы в курсе, что ваше мнение здесь ничего не решает. Даже, я вам больше скажу, мое мнение здесь не так много решает. А чье мнение решает? Я боюсь... Мы можем запустить протокол уничтожения комплекса, и вам он не достанется. Он сейчас на ремонте! Я не уверен, что ваши угрозы способны повлиять на нас. Да. И договориться на взаимовыгодных условиях. Видя ваш уровень, ваше самоуничтожение, я не знаю, максимум подрыв. Да. Скажите, взаимовыгодные условия вас устраивают, что с этого момента вы работаете под нашим фондом? Фонда, как вы там говорили... Если не ошибаюсь, в данной вселенной Нет, не так. RCP. А, да, точно. РПС, русская... Ой, RCP, да. RCP Foundation. Research Protect Contain. Что могу сказать? Вы, конечно, молодцы, друзья. Вы тут отстроили такое, но... А чего какова это стоит? Будет ваша степень контроля над нами? Да. Мы бы не хотели, чтобы это превращалось в рабство. Ну, скажем так, я, к сожалению, я полагаю, что большая часть сотрудников здесь, некомпетентна, чтобы узнать об этой информации. Но, к примеру, вы, директор, должны понимать, наш уровень контроля будет такой же, как у... Вы поняли. Данные удалены. Данные удалены, все верно. Так. Надо мозговать. То есть, мы передаем вам всю территорию, весь фонд, а наши сотрудники теперь работают на вас. На тех же должностях. Насчет последнего я бы, может быть, поспорил, мы там посмотрим. Свою, отбор кадров мы проведем. Угу. А, кстати, еще я услышал о таком недоразумении, как сорванный маскарад. Правда? Ну, было дело, да. Уважаемые сотрудники, настоящие мужики, вы можете, пожалуйста, чуть-чуть
по... А настоящие мужики, это кодовое название может... вашей МОК? Не перебивать! Я прошу прощения, он может навредить вам. Мы не знаем, на что он способен. Спасибо, спасибо, что беспокоитесь о моей безопасности. Jesus. Я думаю, что вам не положено знать эту информацию. К чему я все это говорю? Вот видите этот кейс? Да. В нем, ну, вещь, способная раз и навсегда забыть о том, что существовал фонд RCP. Никто не вспомнит. Никогда его не было. СМИ почистить, я думаю, вы сами справитесь. Стирать воспоминания людей, ну, на этом справятся наши любимые мастера. Сбросить амнезиак на всю страну будет, конечно, тяжеловато, но, полагаю, мы справимся. С этого момента каждый из вас подпишет определенный контракт, а не разглашение. И если вдруг мы узнаем, что кто-то хоть слово заикнется про фонд, и неважно, фонд это будет SCP или RCP, вам будет не очень хорошо. Это я мягко сказал. Просто, понимаете, у нас не было таких технологий, чтобы у всей страны стереть воспоминания. Но, я так понимаю, у вас получше финансирование, вы сможете. Удивительно, что у вас не было таких технологий. Да. А что это у вас вон там? А, это наш комплекс. О, а вот это уже интересно. Пойдемте-ка, пойдемте. А, подожди. Ё-моё. О нет, зомби, помогите. Эй, собака, тебя сейчас зомби сзади укусит. Обернись. Чё, как идти? Да. Шесть живышка. Очень не похоже на вышку. Жаль, что мы не взяли сюда своих ученых. Действительно. У вас довольно странное измерение. Тише, не подходите, не подходите, ближе. Слушайте, странно очень. Они на лодках ездят. Заметили? Они на лодках по льду ездят. Нифига себе, блядь. Они вообще странные. Нет, сейчас сегодня так уж и плохо. Вы здоровый? Тем, что могло быть, мы вышли на достаточно пристойные условия. Угу. Надеюсь, они такими и останутся. Надеюсь, да. Какая-то похоть. У вас тут все заржавело давно. Да, тише, 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 не подходите. Переделать. Не подходите. Тише, не подходите слишком близко. Не подходите. Это простите, что? Идет настройка. Не подходите. Вы мне скажите, вы. Да. Да. Я не помню досье на вас. Ваше имя, должность, срок работы. Не, обязательно отвечать. Очень да. Обязательно. Я думаю, если вы не ответите, то... Проходить по своему комплексу. Чёрт, мы... Нет. Нет, мы защищаем наш... Ребята, помогите! Эй, Эмблеройка. Чего ты? Да. Думаю, надо будет их уволить. Неважно. Ну, так что, вы ответите на вопрос? Ну, давайте. Тише. Всё сначала по порядку. Что вы хотите? Имя, должность, срок работы. Ну, честно сказать, как-то вот бывало, да, гулял, думал о всяком. Вот, значит... Имя, должность. Ну, имя, работы. Так, да. Имя.
А зачем вам мое имя? Вы хотите меня к себе взять? Смирой-ка. У вас есть примерно 5 секунд на то, чтобы дать правильный ответ. Ладно, дам. Ответьте им, пожалуйста. Директор, пройдемте, он готов говорить. Как меня зовут? Тише. Ой, землеройка, подойдите сюда. Вы можете, пожалуйста... Давайте. Землеройка. Землеройка, нахуй, проснись, ёпта! Землеройка! Вы можете, пожалуйста... Выйти из строя! Землеройка, вы можете, пожалуйста, предпринять меры, чтобы разговорить этого молодого человека? Ну, давай. Что тебе надо? Это позор, землеройка, вы уволены. Ладно. Тише. Критикуйте нашу. Ладно, этим займется. В общем, знаете что? Да, и вы еще критикуете нашу компетентность. Вы себя видели, как у вас сотрудники работают? Вы же говорили, что все знаете. Просто срочник, все нормально. Тише. Не уходи. Он еще даже разговаривает не научился, так что прошу быть с ним повежливее. Охранять тебя. Хорошо. Землеройка хороший, землеройка добрый. Может, не надо. Надо, Федя, надо. У вас ожившие животные, я правильно понимаю, в вашем измерении? А вы кто тогда? Вы себя видели? Сейчас, подождите. А. Точно. Ой, что? Мультяшка вот. Вы о чем это сейчас? Покемон. То есть вы хотите сказать, что вы ходите в комнате? Что вы любите? В костюме. И при этом почему надеваете я громче на слышу, костюм чем себя? Халат. Я не знаю, 32 блока. Знаете, у вас поинтересоваться, вы на всех собраниях так являетесь сотрудником? Да. По-моему, этот мир должен быть... Тише нахуй! Вы будете ассимилированы. Тише, блядь! Отойдите! Не трогать пени из директора. Уай! Хорошо сидим, брат. Чё вы творите тут, ёпта? Не занимайтесь фигней. Что это за ковёр? Куда ковёр? Это вообще что такое? Щебродский ОАЭ. Это был ковер из шерсти фурии. Ох, ничего себе. Я знаю, что собачья шерсть полезна. Что там? Она лечит. Вот-вот. А вы и о нем знаете? Тише, блядь. Мы все знаем. Знаете, да я не слышу отсюда теперь их. Мы не обязаны со всеми сведениями делиться с вами. А можно вопрос, почему когда я говорю с мистером... головой внутренней логистики конкретно данной зоны номер 69 перед нами стоит покемон. Съебитесь. Да я не слышу их, ты подожди. Пойдемся к выходу, потому что я так понимаю... Да, больше нас ничего нету. Да! Вы серьезно? Ну, у нас есть еще гигантская пушка в горе. Да, но вы ее видели. Единственное, что нормально у вас тут есть. Дай бог, она еще и ваша. Единственное существо. Действительно. Так, ну и... Директор, я думаю, можно уже проследовать выходу. Не слышу тебя. Не обгонять. Ай, помоги мне. Это ужас. А чих скорей. Ваших сотрудников в строю. А, да? Постройтесь, пожалуйста, строй. Все сотрудники. 3 минуты на построение. Построились, строй 2, построились, строй 3. У вас в мире считается нормой за 3 минуты строиться? За 3 секунды. Почему у вас линия... Построили в строй 1! Построили в строй 2!
Почему вы построили что-нибудь 2.5? Землеройка, успокойтесь, землеройка, успокойтесь, землеройка, успокойтесь. Я не понял, блядь. Прошу прощения, он дефективный. Все, блядь. Я надеюсь, вы это исправите. Я тоже. Ой, ишаки. А вы, то есть, не являетесь сотрудником? Ну так, вы... Я... Мне не сказали строить, вы... построить всех моих сотрудников. Ну вы смешной. Элло, а вы вообще кем работаете? Вы у нас нет на вас досье, извините. Просветите. Кто такой? Он работает в комитете по этике. У него проблемы с речевым аппаратом иногда бывают. Ты кто такой, сука? Что делает ваш настенный ковер? Я извиняюсь. Солдат, прекратите, пожалуйста, докапываться до человека. Ну, блин, так точно. Так, ну вас уже допросил наш рядовой землеройка. Я так понимаю, вы после этого дар речи решили себе больше не разговариваете, да? Ну, понимаете, рядовую землеройка обладает определенно точным миметическим влиянием на окружающих. Это правило нашего мира, ничего необычного. Так, ну на вас у нас досье есть, в принципе. А что у вас за флаг над башкой? Это ваша рабочая флаг? Тоже, ну, как бы и да, и нет. Должность, пожалуйста, ваша. Научный сотрудник. Младший, старший, обычный? Обычный. Ладно, живи пока. По схеме. Гамали. Покемончик, ёпта! Телефончик. Так, ну ладно, по-моему, я с вами уже виделся. А вот вас я не видел. Нефар. То ли это фимбой, то ли это женщина, определись уже. Я тоже своего рода аномалия. Я панк, который не строчался в 25 лет. Рядовой, как вас там? Тебя ебать можно? Михалапка. Ну, тоже на ваше усмотрение. Так вот. Вы можете, пожалуйста, определить пол этого сотрудника? Мужской. Блядь! Никогда еще пол не был для нас проблемой. Вот это вот. Ламинат! Пацаны, не ебите, лучше обоссыте. Зря. В принципе. Можно, в принципе, даже никого не увольнять. Учитывая, что, видимо, на весь фонд у них раз, два, три, четыре, пять. А, нет, у нас моговцы в Майами. Ну только... Моговцы в Майами. Да. Можно только уволить главу этого отдела, как там вот этот розовый. Да, вот этого вот. Я не думаю, что он будет нам полезен. Ну ладно. И что ж? Что ж? Я думаю, что раз среди вас нету сотрудников отдела внутренних связей, и вообще, как это у вас тут называется, внутренней политики, вот это вот всё. Максимум половых. Вы можете быть отпущены. И попущены. Но это уже опция. А кто из вас экзекьюш? Я, блядь! Кто? Я, ёпта! Прыгаю! Вы можете, пожалуйста, с помощью вот данного вот аппарата отойдите? Какого нахуй? Отойдите! Себя нахуй! Вот этого. Хорошо. Пожалуйста, вызовите массовый сброс амнезиака. Сейчас! Вы уже успели, пока мы с вами общались, перебросить молчать. Технику из своего мира в наш? Она уже была перебросена 2 недели назад. Мы не обязаны вам отвечать. No comments. Ой, что это там? Где? А. А вот это да. Это была... О, какой инчик. Сигнал...